Всем привет! Приехала очередная посылка с Алиэкспресса. Приехали вот такие вот интересные штуки. Это устройство для намагничивания и размагничивания. Большой синий я уже показывал в одном из своих предыдущих роликов. А на этот раз приехали два таких вот желтеньких. Как видите, они гораздо меньше. Уже липнут. Вот. Вот они насколько меньше. Вот так вот еще могу показать. Но, тем не менее, они, собственно, работают, хотя намагничивают чуть-чуть меньше, чем этот, потому что тут стоит, в общем-то, больше гораздо магнит, чем вот в этих. Ну, давайте посмотрим, как же они работают. Вот у нас есть болтик такой вот. Вот мы его кладем. Есть отвертка. И мы пробуем примагнитить болтик к отвертке. Вот мы кладем. И болтик наш к отвертке не липнет. Значит, вот тут у нас есть отверстие, на котором имеется знак плюс. То есть вот это вот отверстие, оно у нас намагничивает. А вот эта вот часть, она у нас специально для размагничивания. Так, ну давайте мы сначала намагнитим. Вот мы вставили отвертку. Вот на несколько движений сделать, чтобы она получше намагнитилась. И вот прикладываем. Смотрите, он уже липнет. Он уже пристает к отвертке. Вот его, смотрите, я его уже поднял. Он висит в воздухе. И теперь мы его размагничиваем. Значит, размагничиваем отверточку нашу. Несколько движений буквально. И винтик снова перестает липнуть. Вот. Ну и аналогично вот с этой большой синей штукенцией. Тоже у нас тут плюс и минус. Просто по размеру она больше и более мощная. Значит, вставляем в плюс. Я думаю, даже одного раза будет достаточно. Вот, пожалуйста. И он сразу намагничивается. Ну, чтобы было более наглядно, вот, смотрите, рукой. А теперь в минус, значит. Вот. И теперь он размагнитился. Он не до конца размагнитился. Значит, надо его еще раз провести несколько. Вот, все. Больше не липнет. Тот отскакивает в сторону, но не липнет. Вот. В общем, вот такие вот штуки. Бывают очень полезны в быту. Ссылки, как всегда, внизу под видео. До свидания!